Продолжаю знакомить вас с пионами в своем саду. Еще один редкий сорт Гуди. Очень необычный. А чем он необычен? Он меняет цвет, как и многие сорта пионов. Сейчас он просто ярко-розовый, с такими крупными золотыми тычинками. А затем у него будут сильно светлеть края. И в центре останется как будто такое, знаете, яркое сердечко. Вот он будет становиться более махровым. Тоже очень интересная черта. Кстати, он является родителем еще одного знаменитого сорта Rose Heart. Вот. Будем смотреть за его трансформацией дальше. Животные меня окружают.